хотел бы сказать несколько слов о встрече с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Состоялся достаточно такой продолжительный и откровенный разговор. Он касался, прежде всего, обстановки в зоне ответственности ДКБ. Это касается и Кавказского региона. Я проинформировал более подробно главу государства об итогах работы миссии ДКБ, которая по поручению Совета коллективной безопасности работала в Армении. И, в общем-то, на прошлом саммите глав государств онлайн, который прошел на прошлой неделе, обсуждались предложения по итогам работы миссии. Разговор не закончен. Сейчас идет доработка этих предложений. И эта тема будет обсуждаться в том числе на предстоящем Совете коллективной безопасности. Поэтому, в общем-то, такое значительное внимание было уделено вот ситуации в Кавказском регионе, прежде всего на границе Армении с Азербайджаном, и возможных шагов ДКБ в интересах стабилизации этой обстановки и, в общем-то, достижения мирной договоренности. Конечно же, сегодня обсуждалась тема и в других регионах. Это, как кажется, и Центрально-Азиатского региона. Я проинформировал главу государства о ситуации на таджикско-киргизской границе, о тех событиях, которые там произошли в сентябре месяце этого года, и что там сейчас происходит. В том числе вот с учетом своего прошедшего визита и в Киргизскую республику, и в республику Таджикистан. Обсуждалась ситуация и в восточноевропейском регионе. Конечно, шел такой разговор о подготовке предстоящей сессии. И, в общем-то, вот эта вся дискуссия, которая сегодня была, разговор по ситуации в наших регионах, это все было в преддверии вот предстоящего саммита глав государств. Шел разговор и по, значит, возможным приоритетам Республики Беларусь на следующий год. В следующем году Республика Беларусь будет председательствовать в ДКБ. И сейчас в стране уже такой на завершающем этапе идет работа по подготовке приоритетов на следующий год для организации договора о коллективной безопасности. Требование главы государства, оно, в общем-то, такое традиционно простое и понятное. Вот, приоритеты не должны быть такие абстрактные, надуманные. Они должны касаться именно тех проблем, которые сейчас в повестке дня нашей организации. Тех насущных проблем, с которыми сталкивается наша организация сегодня. Поэтому сейчас вот тоже подключимся, значит, и совместно с Министерством иностранных дел, другими заинтересованными ведомствами, значит, будем участвовать в работе по подготовке этих приоритетов Республики Беларусь на следующий год председательствования в ДКБ. Ну вот, в общем-то, коротко, так основная тема, которая сегодня были, обсуждались у главы государства. Я благодарен президенту за такую откровенность. И, кстати, нужно отметить, что такой прямой подход, честный, откровенный, был продемонстрирован в ходе прошедшего саммита глав государств, да, вот на прошлой неделе. И я так думаю, что по достоинству оценен в наших государствах.